Александр Шповалов на связи. Видео в этот раз получится, наверное, длинным, поэтому присаживайтесь поудобнее. Несколько анонсов сегодня будет, также еще несколько тем интересных для обсуждения. Ну, поехали. Начнем с проекта MyTringle. У нас тут обновление, первое обновление. Это добавили Google переводчик, но, в принципе, это не суть важно, потому что переводит он отвратительно, не знаю вообще, зачем он нужен, но добавили и добавили. Ну, а теперь уже к положительным именно обновлениям, которые реально помогут работе проекта. В разделе «Статистика» добавили, соответственно, статистику. Последние выплаты и последние регистрации. Тут зачем-то символы закрашивают звездочкой. Я не знаю, обычно кошельки Payeer закрашивают, но здесь решили и логины закрасить. Не знаю, зачем, в общем, не суть важно. Так, по поводу денег на балансе я их выводить сегодня не буду, потому что эта сумма очень маленькая. Ну, когда больше накопится, запишу отдельный видеоролик с выводом. Дальше, в разделе «Маркетинг» появилась презентация. Я, честно говоря, не могу сказать, что она прям вау-классная. Но, в принципе, даже любой новичок 2-3 раза ее посмотрев, ну, может быть, самые новички будут иметь нужду посмотреть его 4-5 раз. Но в любом случае, по этой презентации можно все понять. И я думаю, что процент тех, кто не поймет, будет очень маленький. Поэтому продолжать сейчас уже более рентабельно стало давать ссылки именно на проект, потому что здесь есть презентация. Потому что раньше человек приходил на сайт, просто читал вот этот текст, естественно, он ничего понять из него не мог и уходил с сайта. Но, опять же, я в очередной раз говорю, когда вы даете ссылки, лучше рекламируйте свои видео. Либо не свои видео, а перезалиты, к примеру, мои, потому что я никогда, практически никогда не блокирую каналы людей, которые мои видео берут себе на каналы, даже если этот человек не в моей структуре находится. Это было пару раз, но и то, когда у меня было очень плохое настроение. Если вы в моей структуре, никогда в жизни я никаких страйков на вас кидать не буду, никаких жалоб в Ютубе. Так что спокойно можете брать мои видео и именно ссылки давать на видео, а там уже под ним свои реферальные ссылки вставляйте. Ну, естественно, когда и на видео рассказано, что нужно делать, переходя на сайт, человек еще и видит презентацию, конечно, это будет увеличивать конверсию 100%. Следующее в разделе программы, это то, чего люди просили больше всего, появилась глобальная матрица. Ее теперь можно просматривать. Как ее просматривать? Вы можете нажимать на любой логин. Матрица опускается вниз от этого логина, на который вы нажали. То есть, вот, к примеру, он 29, все, он на верхушке, вот мы опускаемся, смотрим, что находится под ним. Подниматься вот на вот эту стрелочку нажимаем, и на один уровень вверх поднимается матрица. Все, что нужно было, все, чего так просили люди, Вася, в принципе, сделал, то есть просили больше всего посмотреть статистику и общую глобальную матрицу. Ну, глобальная матрица, конечно, фаворит среди этих просьб, там, в чате каждые 10 минут об этом просто писали, вот она есть. По сути, ребят, вообще-то маркетинг, он вечный, если приглашать, то можно зарабатывать огромное количество денег. Каждый второй человек это 400 рублей. Вход минимальный. Проект еще, в принципе, достаточно новый, он еще месяца не отработал. Админ постоянно проводит вебинары, то есть он на связи. И все, в принципе, хорошо, обновления происходят. Я не советую вам уходить с проекта из этого. И на самом деле, очень не советую. А те, кто еще не в нем, да, безусловно, вы сейчас смотрите, можете видеть глобальную матрицу целиком. И вы прекрасно понимаете, что чем шире юбка, тем реже будут приходить переливы. Это и так было, есть и будет в любом матричном проекте. Это нормально. Но если приглашать, и здесь мы плавно переходим к небольшому анонсу. Я сейчас тестирую, ну, на мой взгляд, вообще бомбовую методику по привлечению рефералов. И если все будет хорошо, то выхлоп уже есть. То есть я уже вижу результаты. Но пока все-таки эта система еще полностью мной не протестирована. Пока я не буду в ней уверен, я вам ее не покажу. Но я думаю все-таки, что все будет окей. Я запишу видео. Там не все так просто. Я покажу поэтапно, что нужно будет делать. Вам нужно будет просто повторять за мной. Просто повторять мои действия. И результат у вас будет. И вообще по поводу привлечения рефералов, чего люди боятся в основном-то? Люди боятся разговаривать, люди боятся доносить информацию. Но по большому счету, вот здесь даже в проекте MyTringle у меня около 100 оплаченных сейчас человек в команде. Из них мне написало, вообще хоть что-то мне написало, человек 5, наверное. Ну, не считая чата, в чате, да, мне там тоже что-то писали, но это не суть важно. То есть такие общие какие-то вопросы, на которые вам не надо даже общаться, по сути, с людьми, там, голосом с ними на связь выходить. Просто вам написали, ответили, там, вам нужно просто знать материал, знать маркетинг, все. А дальше, сейчас автоматизация бизнеса, тот метод, который я вам покажу, он полностью автоматизирован. Он не бесплатный, но, в принципе, он дешевый. И то, что вы будете тратить, там, в месяц на этот метод, вы, конечно, с лихвой будете окупать в проектах и рефералов по 10, по 20 штук в день, там, в принципе, ну, может быть, по, ладно, по 5, ну, тут еще зависит, конечно, от проекта.
и от того материала, который вы будете давать. В общем, ладно, ждите, обязательно подпишитесь на канал, если не подписаны. Метод этот шикарный, если все будет хорошо, я вам его покажу. Начнете уже приглашать рефералов на автомате, практически вот выполняя монотонно одни и те же действия, там ежедневно, у вас будут приходить ежедневно рефералы в ваши проекты. А сейчас же, на данный момент времени, вы почему-то как-то отреагировали не очень хорошо на сайт 7Booster. По большому счету, сейчас на халяву можно рекламировать свои баннеры. Смотрите, какая ситуация. Сайт еще сырой. При этом аудитории уже достаточно много здесь. В целевой аудитории, вот это я обращаю ваше внимание. И люди переходят реально по этим баннерам и смотрят их. Но сейчас, смотрите, я перехожу в настройку компании, вот мой баннер на счету, то есть осталось 10 тысяч показов. Естественно, он здесь также транслируется, но не высчитываются отсюда показы. Об этом админ говорил на вебинаре, что пока просто еще это не сделали, но, естественно, это поправят. Но пока у нас есть возможность, мы можем за $1 купить себе бесконечное количество показов баннера. Поэтому прямо сейчас, ну, даже можете видео на паузу поставить, перейти зарегистрироваться, купить себе этот пакет за один жалкий доллар и бесконечно, пока не исправят эту ситуацию, свои баннеры здесь транслировать. Когда эту ситуацию исправят, начнут высчитываться отсюда показы. В принципе, по маркетингу, каждый реинвест, опять же, чтобы ознакомиться с проектом, я оставлю ссылку под этим видео, там презентация, перейдете, посмотрите. Так вот, даже вот в этой матрице за $1 каждый реинвест вам будет приносить по 1000 показов. То есть вы семиместный стол закрыли, получили реинвест, плюс 1000 показов. Еще один семиместный стол закрыли, еще плюс 1000 показов. Ну, здесь, естественно, плюс 5, плюс 10. В общем, когда сайт доработают и когда будут вычитаться показы у вас со счета, вы, в принципе, можете уже купить и за 5, за $10 получить еще 15 тысяч показов, а это очень много. Но сейчас даже 1000 показов за $1 это вообще шикарно. Учитывая то, что не высчитываются эти показы, что пока это все на халяву, пользуйтесь, пока дают. Эти возможности нужно искать, ребят. Так что заходите, регистрируйтесь и транслируйте. Если вы хотите с маркетинга здесь зарабатывать, матрица, в принципе, тоже достаточно неплохая, то вот эти первые 3 покупайте, ну, либо хотя бы первые 2, потому что тут все-таки совсем копейки там с этой первой матрицы. Тут вы, конечно, много не заработаете. Ладно, с 7Booster разобрались. Повторюсь, ссылка на презентацию будет в описании под этим видео. Ну, возвращаясь к MyTringle, я о чем говорил. Сейчас, когда юбка широкая, конечно, заходить на пассиве, ну, я уже не рекомендую, потому что вы будете очень долго ждать переливов. Но, если вы работаете, вот можете просто зайти в проект, потому что маркетинг-то отличнейший. Он каким был на старте, таким он сейчас и остался. Да, там многие сейчас говорят, вот, по 95 рублей списали там тому подобные вещи. Ну, ребят, уже хватит об этом писать. Да, это было, да, косяк скрипта произошел, но сейчас все работает идеально. И вы это можете сами совершенно спокойно просматривать по глобальной матрице. Для этого ее сюда, собственно, и поставили. И повторюсь, каким был отличнейший маркетинг еще на предстарте, таким он сейчас и остается. И зарабатывать с него можно огромные деньги. Поэтому регистрируйтесь, те, кто еще не зарегистрирован в MyTringle. Покупайте себе там хотя бы одно место, это за 500 рублей. Входите в проект и баннер разместите вот здесь, на этом сайте. У меня есть на канале видео с выплатой 56 тысяч рублей. Вот оно. Сделайте красивый баннер, вот напишите, вывод 56 тысяч рублей, то есть это цепляющее название и призыв к действию, там типа жми или действуй. И ссылку дайте на видео, то есть вот это видео себе перезалейте на ваш канал, там оставьте свои реферальные ссылки под ним. И при создании баннера укажите ссылку на видео. То есть человек будет переходить на видео, смотреть его, а затем переходить в проект по вашей реферальной ссылке. Да. Ну и опять же ждите через недельку, полторы, а может быть и раньше, я запишу видео вот с этим бомбовским методом привлечения рефералов. И с ним у вас точно уже пойдут рефералы. Если, конечно, я это видео запишу. Если, конечно, все будет окей. Ну, также еще в MyTringle, кстати, еще поиск по логину. То есть, если вы хотите кого-то найти из ваших рефералов, либо себя, опять же, то жмете поиск по логину. Здесь вводите логин. Да, ну вот, к примеру, я там свой введу. Нажимаем искать. Вот, и вот эти матрицы, то есть нажимаем, к примеру, с ведом, и вот он показывает в общей глобальной матрице. Это моя последняя открытая позиция, вот, это все закрытое. Ну и в разделе партнеры там исправили ошибку с цветовыми гаммами этими, там черт знает как вообще выделялись партнеры, те, которые приглашают, те, которые оплачены, не оплачены. Сейчас зеленым цветом выделены оплаченные, синим цветом выделены те, которые приглашают, то есть
То есть вы нажимаете на него, и под ним высвечивается список его приглашенных рефералов. Ну, черным, естественно, неактивные партнеры, которые просто сопляжусь, зарегистрировались, поглазеть и никаких активных действий после этого не производили. Так, ну это был первый анонс по поводу видео с привлечением рефералов. Действительно шикарным способом привлечения рефералов. Пока закрываем MyTringle, с ним закончили. Далее, ну, в принципе, с EventBooster'ом тоже. А вообще нет, я передумал. Давайте еще с EventBooster'а деньги выведем. У меня на балансе $17.55. Нажимаем «Вывод». 17.55. Продолжить. Так, нет, нельзя копейки выводить. Ну, тогда $17. Нажимаем «Продолжить». Выплата успешно прошла. Переходим на Payeer, обновляем страницу. Да, вот плюс $16.84 за вычетом комиссии самого Payeer. Все, с EventBooster'ом пока закончим. Следующий анонс 5 апреля. Я уже в чате об этом писал. Сейчас уже общеуслышание говорю на более обширную аудиторию. 5 апреля будет стартовать международная компания. Там такая немецко-швейцарская компания. Я пока, к сожалению, не могу вообще ничего разглашать о ней и говорить. Потому что вот такая у них политика все-таки. Это европейцы, у них там все гораздо более строго. Если я сейчас начну рассказывать, что там за маркетинг и что из себя компания будет представлять, меня там могут просто заблокировать. Ну, пока не могут, потому что пока я там и не зарегистрирован. Вот. Но когда зарегистрируюсь, меня просто могут заблокировать в проекте. То есть меня об этом предупредили, и я, к сожалению, не могу давать информацию. Единственное, что могу сказать, что администраторы, там их трое, по-моему, кто-то из Швейцарии, кто-то из Германии. Вот проект швейцарско-германский такой будет. Проект серьезный, надолго. Просто имейте в виду, и там доступный вход. Опять же, я не буду говорить, сколько даже. Вот. Но вход доступный, просто уж поверьте мне, каждому по карману, абсолютно каждому. Имейте в виду, ждите, опять же, кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик, как это было показано в начале видеоролика, чтобы не пропустить ни в коем случае, там, в первый-второй день, чем раньше мы туда войдем. Это не матрица, но очень интересный проект и очень серьезный. И работать он будет 100% очень долго. Ну, в всяком случае, относительно наших хайпиков, очень долго. Вот, чем раньше мы там зайдем, тем больше мы заработаем. И там еще очень одна интересная фишка будет именно для моих рефералов. Я буду регистрировать вас не в линию, а друг под друга. То есть вы еще, к плюсам к тому, что будете зарабатывать, ну, на маркетинге, так скажем, вы еще и будете получать такие бонусы от меня, то есть от рефералов от меня будете получать. Но к тому моменту я уже как бы выложу видео с этим методом, если выложу, а если выложу, то построим мы там очень большую команду в том проекте, так что, ребят, все, просто ждите, проект будет очень крутой. А все, больше ничего говорить не могу, старт 5 апреля. Но опять же, это предварительный старт, кстати, но все-таки это немцы и швейцарцы, я думаю, что если они сказали 5-го, значит, будет 5-го. Ну и последнее, что хотел сказать, это тоже анонс, но такой далеко идущий. А сейчас мой знакомый готовит экономическую онлайн-игру, но это будет еще не скоро, где-то месяца через полтора-два, как он мне сказал. Ну, возможно и дольше, возможно чуть поменьше, я не знаю. Вот, но опять же он мне скидывал скриншоты с дизайном, и дизайн действительно, конечно, шикарный. И опять же мы там на старте зайдем, просто имейте в виду, что вот через такой-то какой-то промежуток времени, примерно полтора-два месяца, может быть месяц, появится новая экономическая онлайн игра. И опять же сейчас игры в тренд опять входят, потому что одно время они вообще были непопулярны. Сейчас опять их популярность и востребованность в них растет, и интерес к ним. Вот, и поэтому в ту игру мы зайдем, безусловно, на старте. Опять же, чем раньше мы зайдем, чем больше мы по итогу с вами заработаем. Все, ребят, я надеюсь, я вас не сильно утомил. Буду на этом прощаться. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока.